хвала, ее не удержать. Сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я, не молчи сейчас. Вера есть, пламя горит одна. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Песня моя, если буря сильна, громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простираюсь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираюсь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Прославляй Господа. Все порвать, не могу молчать я. Есть вера в нас, вера есть, как пламя горит огня. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче петь. Громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Церковь, давайте громко. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос. Молодцы! Простираясь. Давайте еще громче. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Да, слава Богу. Знаете, да, действительно для меня огромная честь. Наистина за меня много голяма честь. Сегодня служить здесь Словом Божьим. Здесь слушаю со Словом то Божьим. И действительно Слово является важным служением в самой церкви. Важным служением в церкви. И наистина Слово то Божие много важно служение в Божьей этой церкви. Потому что через Слово мы спасаемся. За что то через Слово то не есть спасяваме. Потому что само и Слово есть Христос. За что то само то Слово и Христос. Если мы любим Бога, яку ние обичаме Бога, то мы должны любить и Его Слово. Значит, трябва да обичаме и Слово тому. Не может быть, я люблю Бога. Не может само да обичаме Бога. А к Слову у меня нет времени. Пък за Словото да нямам време. Я люблю Бога настолько. Аз обичам Бога толкова. Настолько я уделяю время Его Слову. Колкото уделям времето си на Слово тому. Поэтому давайте сегодня просмотрим свою жизнь. И затова нека прегледнем живота си днес. Как часто мы действительно пребываем с Его Словом. Колко често наистина читаем Слово тому. Слава Богу. Слава на Бога. О чем я хочу сегодня говорить? За какой искам да говоря днес? Не скрывайте, да? Нормально все, да. Очень часто в Ветхом Завете. Много часто в Старый Завет. Есть очень много имен Бога. Има много имена на Бог.
Но одно из имен его. Но одно то от имена тому. Где Бог говорит о том. Където Бог казва за това. Я Бог, который вывел тебя из Египта. Аз съм Бог, който те извел от Египет. И задается вопрос. И се задава въпрос. Почему Бог так часто говорит, я вывел тебя из Египта? Защо Бог толкова често повтаря, че те извел от Египет? Что особенного там произошло? Какво особено се е случило там? Дело в том. Делото е такова. Что дорога из Египта. Че пътя от Египет. Она вела в Ханаан. Е водил до Ханаан. Эрец Израиль. Израил. Да, землю обетованную. Обетованата земя. И очень многие. И мнозина. Которые пришли к Христу. Които идват при Христос. Они не видят путь, по которому надо идти. Те не виждат пътя, по който трябва да вървят. Они хотят быть в Ханаане. Те искат да бъдат в Ханаан. Но они не понимают. Но те не разбират. Что этот путь ведет через пустыню. Че този път води през пустинята. И я сегодня хочу говорить о пустыне. И аз днес искам да говоря за пустинята. Те, кто легкомысленно к этому относятся. Онези, които лекомислено се отнасят към това. Или те, кто этого не понимали. Или онези, които не разбират това. Вспоминая об Израиле. Вспоминавайки Израил. Они так и никогда и не увидели Ханаан. Те така и не видели Ханаан. Немногие могли достичь этого места. Не мнозина би могли да достигнат това място. Потому что это очень непростое место. Защото това не е лесно място. Это место, которое полностью зависит от Бога. Това е място, което зависи напълно от Бог. Мы также сегодня, наверное, находимся все в пустыне. И ние по същия начин днес всички се намираме в пустиня. Египет – это то место, где мы были раньше. Египет – това е място, където сме се намирали преди. Место, когда мы не знали Христа. Място, където не знаехме Христос. Каждый из нас жил, как он считал нужным. И всеки един от нас е живял, както на него му се искало. Но Христос нас призвал. Но Христос ни е призовал. И хочет, чтобы мы все достигли Царства Его Небесного. И Той иска всички да достигнем Царството Му Небесно. Это главная цель. И това е главната цел. Не наша цель пустыня. Това не е нашата цел, пустинята. Не наша цел земля. Нашата цел не е земята. Но наша цель небесный Иерусалим. Обаче целта ни е небесният Иерусалим. Но он ведет через пустыню. Обаче той води през пустиня. Если вы когда-то бывали в таких местах, где очень жарко. И ако преди сте се намирали в някои места, където е много горещо. Вы понимаете, что там очень непросто. Вие разбирате, че там не е лесно. Почему-то Бог не вел свой Израиль, знаете, остров, где было все. Бог не е вел Израил в място, където е имало всичко. Супермаркет. Някакъв супермагазин. Море. Море. Но это пустыня. Обаче това беше пустиня. Потому что Бог преследовал какие-то определенные цели. Защото Бог е преследовал определени цели. И я хочу сегодня об этих целях поговорить как для церкви. И днес искам да поговоря като с църква, с вас за тези цели. Потому что Израиль это есть прообраз церкви. Защото Израил е прообразът на църквата. Потому что именно Израиль для нас является тем, куда мы смотрим и понимаем, что это такие же люди. Защото точно Израил е място, където когато гледаме, разбираме, че те са същите хора, которые были призваны Богом. Които са били призвани от Бога. С чего я хочу сегодня начать? И от какво искам да започна днес? Чтобы исследовать некоторые грани. За да изследваме някои страни. И некоторые вопросы, которые были там. И някои въпроси, които се отнасят до това нещо. Первое, с чего я хочу начать. Първото нещо, от което искам да започна. Что любая пустыня. Че всяка една пустиня. Она имеет границы. Тя си има посоки. Это очень важно понимать. И това е много важно да се разбере. Что есть начало. Че има начало. И обязательно есть конец. И задължително има край. Поэтому если здесь есть люди, которые живут и находятся в пустыне. И затова ако днес има хора тук, които се намират в пустиня. Я хочу дать слова надежды и утешения. Искам да ви дам думи за надежда и утешение. Пустыня не вечна. Пустинята не е вечна. Она когда-то закончится. Тя някога ще приключи. Слава Богу, братья и сестры. Но для того, чтобы пройти ее, но за да изминем тази пустиня, надо понимать правила выживания. Трябва да разбираме правилата за да оцелеем. Не мы устанавливаем эти правила. Не ние устанавливаем тези правила. Сегодня очень смешно, когда мы устанавливаем эти правила и говорим, на наших правилах мы должны жить. И днес е много забавно, когато ние установяваме нашите правила и казваме, че по тези правила трябва да живеем. Бог призовает нас не на наших условиях. Бог ни призовава не за нашите условия. Бог призовает только на своих условиях. Бог ни призовава само с неговите условия. Автором завета является сам Бог. Авторът на завета се явява самия Бог. Я хочу показать небольшой такой пример. Искам да ви покажа малък пример.
Как обычно сегодня думают люди? Как обыкновенно мислят хората днес? Наверное, большая часть людей так представляют Бога. Повечето от тях по този начин си представят Бог. Я не могу сказать, какой процент. Не мог да кажа какъв процент. Но я думаю, практически большая часть. Но мисля, че повечето от хората. И очень часто мы, переходя в церковь, мы оставляем это мышление. И много често, идвайки в церковь, ние оставим това мислене. Но я вижу в Библии совершенно другой подход. Но в Библии аз виждам совсем друг подход. Представьте вот этот пустой листик. Представьте си този празен лист. Я хочу показать такой пример. Искам да ви покажа следния пример. Здесь пункт номер один. Тук има точка едно. Здесь пункт номер два. Точка две. И этот список может быть у всех разный. И този список може да е различен при всеки един от вас. Может быть до пяти, до восьми пунктов. Може да има пет, осем пункта. Где мы записываем просьбы наши к Богу. Където ние записваме нашите молби към Бога. Чтобы Бог дал нам хорошее здоровье. Бог да ни даде хубаво здраве. Чтобы Бог заботился о нас. Да се грижи за нас. Чтобы Он думал о моих детях. Да се мисли за децата ми. И вот в конце этого списка. И в края на този список. Мы просим. Ние молим. Вот в этом правом углу, пожалуйста, Господь. В този десен ъгъл, Господи. Поставь свою подпись. Постави свой подпись. И мы пытаемся, чтобы он исполнил этот план. И ние се опитваме той да изпълни този план. Так думает практически большая часть населения. Така се мисли повечето хора от населението. И очень многие, приходя в церковь, они думают, что именно так мы сегодня должны видеть Бога. И много хора, които идват на църква, те си мислят, че по този начин трябва да виждат Бога. И мы требуем, чтобы этот список был исполнен. И ние изискваме този список да е изпълнен. Но если мы будем внимательно смотреть, обаче, ако гледаме внимателно, то совершенно другой подход у Бога в Евангелии. Бог има съвършено друг подход в Евангелието. Представьте это чистый лист. Представете си един чист лист. Он чистый абсолютно. Той е напълно чист. Эта чистота нас очень часто пугает. И тази чистота много често ни стряска. Мы не знаем о том, что здесь будет написано. Не знаем какво ще пише тук. И у нас часто беспокойство и страх. И ние много често се притесняваме и се страхуваме. Но именно так нам показывает служение Богу в Евангелии. Но точно по този начин не се представя служението към Бога в Евангелието. И здесь Бог говорит, не мы. И тук Бог говори, не ние. Ты поставь здесь в правом углу свою подпись. Ти постави в този десен ъгъл своя подпись. То, что здесь будет написано, и онова, което ще пише тук, это я решаю. Аз ще реша. А ты просто должен довериться. А ти само трябва да ми се довериш. Тому, что я хочу писать. На онова, което искам да пиша. Потому что Писание говорит, ибо все водимы Духом Божиим. Защото в Писанието пише, че всички сме водими от Божия Дух. Суть сыны. Целта е в сина. Мы должны исполнять не свою волю в церкви его. Ние изпълняваме не своята воля в църквата. Не своей силой совершать его служение. Не через своите сили да извършваме служението му. А исполнять его служение его силой. А да изпълняваме неговото служение через неговите сили. Поэтому апостол Павел говорит. И затова апостол Павел казва. Его воля есть благая и угодная. Неговата воля е блага и угодна. И совершенна для всякого человека. И совершенна за всеки един човек. Мы должны познать его волю. Ние трябва да познаем волята му. И исполнять ее. И да я изпълняваме. Слава Богу. Слава на Бога. И вот пустыня это то место. И пустынята е онова място. Где нас предстерегают большие испытания и искушения. Където ще ни достигнат много големи испытания и искушения. И я хочу о некоторых из них сегодня поговорить. И за някои от вас искам да поговоря с И верю, для нас это как для Церкви Божьего Царства. И вярвам, че за вас като църква на Божието Царство будет очень полезно. Това ще ви е много полезно. С чего я хочу начать? От какво искам да започна? Это с книги Моисея, конечно. Това е книгата на Моисей. Исход 16 глава, 1 и 4 стих. Исход 16 глава, 1 и 4 стих. Открывайте свои мечи, Слово Божие. 1 и 4 стих. И следите там, 16 глава, 1 и 4 стих. 16 глава, от 1 до 4 стих. Угу. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15 день второго месяца, по выходе их из земли египетской». Видите, то есть, когда они вышли из Египта, они пришли в пустыню Син. То есть, видите ли, когда те излизат от египетската земя, те отиват в пустынята Син. Да. Первое искушение и первое испытание, которое пришло для народа Божьего. И первое искушение, и первое испытание, което идва за Божий народ. Это второй стих. Твой второй стих. Это ропот. Твой ропот. Что такое ропот? Какво значи ропот? Что такое недовольство? Какво е недоволството? Это то, что остановило Израиль.
това онова, онова, което изпряло Израел. Это то, что многих оставило там в пустыне. Това е онова, което оставило мнозина в пустинята. Потому что они начали обвинять. Защото те са започнали да обвиняват Моисея, Моисей, Бога. Бога. Потому что это были тяжелые условия. Това са били тежки условия. Где надо было менять свое мышление. Където е трябвало да си променят мисленето. Где надо было менять свой подход к жизни. Където е трябвало да променят подхода си към живота. Как кто-то сказал, мы вышли из Египта. Както някой е казал, ние сме излезли от Египет. А Египет не вышел из нас. Обаче Египет не е излязъл от нас. Многие, находясь в церкви. И мнозина, които се намират в църква. Они пытаются сидеть на шпагате. Те се опитват да стоят на шпагат. Это очень трудная позиция. Много тежка позиция. Кто спортсмен, он знает, что это такое. Кто-то из спортсменов знает, за какого говорим. Иисус говорит больше. Иисус Христос казва повече. Что невозможно служить двум господам. Че не е възможно да служиш на двама господари. Взявшись за плуг, хващайки се за плуг, не оборачивайся назад. Не се обръщай назад. Не благонадежен человек такой для Царства Божия. Този човек не е благонадежен за Царството Небесно. Если Бог тебя призвал. Ако Бог те е призвал. Если Бог тебя поместил в тело свое. Ако Бог те е поместил в своето тяло. То у него есть и план для лично твоей жизни. То есть има план за точно твоя живот. Ты не случайный здесь человек. И ты не намираш случайно тук. У него есть призвание для каждого из нас. То есть има призвание за всеки един от вас. У Бога есть помазание и сила для каждого человека. И Бог има помазание и сила за всеки един човек. И апостол Павел молится за Ефесскую церковь. И апостол Павел се моли за Ефесската църква. Чтобы Бог открыл им глаза сердца. Бог да отвори очите на сърцата им. Чтобы каждый из них, кто пришел в тело Мессии Израиля. И всеки един от тях, който дойде в тялото на Мессия от Израиля. Он не оставался духовно слепым. Да не остава духовно сляп. Он мог видеть то, к чему его Бог призвал. И да може да вижда онова, към което Господ го е призвал. Поэтому задай сегодня Богу вопрос. И затова питай един въпрос към Бога днес. Для чего я здесь? За какво съм тук? Какая цель? Каква е моята цел? Кто я такой? Кой съм аз? И он обязательно даст ответ. И той задължително ще ти даде отговор. Кто будет искать? Който ще търси. Второй стих. Второй стих. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской! Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это умертвить голодом». Итак, очень интересные слова, которые израильтяне высказали Моисею и Аарону. Это очень интересные думи, которые изразяват израильтяне к Моисею и Аарону. Во-первых, они начали их обвинять. Първо, те започват да ги обвиняват. Во-вторых, они стали говорить о том, что лучше быть мертвыми, чем идти по пустыне. Второ, те казват, че по-добре да бяха умрели, отколкото да вървят из пустинята. Египет им показался неплохим местом. Египет им се стори не много лошо място. Знаете, как многие сегодня, попадая в церковь, както мнозина от вас, които попада в църква. Они вспоминают с радостью о том, как они ходили на дискотеки. Те си спомнят с радост как са обикали дискотеките. Как они ходили в бары. Как са ходили по барове. И ни за что им не было ничего. И за нищо не им се случвало нищо. Я советую таким людям. И съветвам на тези хора. Пойдите в спи-центры. Отидете в спи-центры. Да. Какие-то больницы, и вы увидите конец этих людей. В някои болници, и вие ще видите завършека на тези хора. Дьявол всегда рисует все красиво. Дяволът винаги рисува всичко красиво. Но вы смотрите на конец жизни. Обаче вие гледате края на живота. Как говорит Соломон, не смотри на вино, как оно краснее чаши. Както казва Соломон, не гледай виното как червенее в чашата. Впоследствие оно ужали тебя как змеи. Впоследствие то, что ты ужали като змея. Поэтому смотри на конец. И затова гледай края. Слава Богу. Слава на Бога. Итак, первое искушение у них пришел голод. Първото искушение дойде голодът. И почему-то Господь не дал задание ангелам. И Бог по някаква причина не е дал задача на ангелите. Не построили там супермаркет. Не са построили супермаркет. Когда кто хотел, мог туда прийти. Който поискал да дойде там. И взять себе какую-то еду. И да се вземе някаква храна. У Бога был определенный план чему-то научить свой народ. Бог имал определен план да научи народа си на нещо. И вот здесь Бог дает определенные устройства для того, чтобы его народ не умер с голода. И тук Бог дава определени устройства, за да... Не умер с голода. Народът му да не умре от глад. Угу.
И он действительно дает этот хлеб с небес. И то и наистина дава този хляб от небесата. Не могли ли он люди прийти, но на склад и взять его в любое время? Хората би могли да дойдат на склада и да вземат по всяко време. Те, кто любили поспать, онези, които обичали да спят, понежиться в своих постелях, да си полежат в леглото, поверьте, они становились голодными. Те са оставали гладни. Поэтому этот хлеб можно было собрать только рано утром. И затова този хляб би могъл да се събере само рано сутрин. Мы называем его манной небесной. Ние го наричаме манна небесна. Потому что как только лучи жгучего солнца в пустыне. Защото само когато лъчите на това греещо слънце в пустыня. Они прикасались к земле. Когато са докосвали земята. Этот хлеб исчезал. Този хляб изчезвал. И вот это для нас сегодня является очень важным. И това за нас днес е много важно. Иисус вспоминает об этих событиях. Иисус вспоминава за тези събития. Когда он говорит с фарисеями. Когато говори с фарисеите. Как отцы наши ели этот хлеб. Както бащите ни са яли този хляб. И умерли. И са умрели. Он говорит о том хлебе, который надо есть, то есть его. Той говори за онзи хляб, който трябва да се яде. Потому что этот хлеб был прообраз его. Защото онзи хляб е бил негов прообраз. Мы все кормим свою плоть. Ние всички трупаме своята плот. Но кормим ли мы свой дух? Но дали храним духа си? Иисус говорит, я есть хлеб. Иисус казва, аз съм хлябът. И мы должны есть этот хлеб. И ние трябва да го едем. Чтобы жил наш дух. За да живее нашия дух. Потому что Писание говорит, что спасу твое тело. За что-то Писание это казва, аж тебе спася твое тело. Потому что Он говорит, я спасу твою душу. То, что казва, аж тебе спася твое то душа. Слава Богу. Слава на Бога. Давайте мы сейчас прочтем, как Бог дал это все. И нека прочитаем, как Бог е дал всичко онова. Забегая наперед, хочу сказать. И тръгвайки малко напред, искам да ви кажа. Что в ковчеге завета. Че в ковчега на завета. Когда он находился в храме в Иерусалиме. Когато се е намирал в храма в Иерусалим. Там находилось три вещи. Там е имало три неща. Там находился жезл Ааронов. Там се намирали жезл на Аарон. Который был использован в будущем. Който е бил използван в бъдеще. Там находилось еще скрижали. Там е имало скрижали. Это 10 заповедей. 10 заповедей. И там находился этот хлеб с небес. И там се е намирал онзи хляб от небесата. То есть что-то очень важное для каждого. То есть нечто много важно за всеки един от нас. Почему этот хлеб был удостоен лежать во святом святых? Защо онзи хляб е бил достоен да лежи в святая святих? На самом деле, братья и сестры. Всъщност, братья и сестри. Это прообраз нашей молитвы. Това е прообразът на нашата молитва. Если мы не собираем этот хлеб рано утром, ако ние не се събираме този хляб рано сутрин, то наш дух в течение дня он голодный. Нашия дух през деня е гладен. Мы хотим слышать голос Божий. Ние искаме да чуем Божия глас. Но мы его не слышим. Обаче не го чуваме. Потому что наш дух не напитался. Защото нашия дух не се е нахранил. Поэтому давайте подумаем и зададим себе вопрос. И затова нека си помислим и си зададем вопрос. Во сколько я встаю? Во колко сутрин ставам? Нахожу ли я время для того, чтобы напитаться этим хлебом? Дали си намирам време, за да се нахраня с този хляб? Что интересно, дальше мы сейчас будем читать. И това, което интересно, което ще читем напред, что этот хлеб нельзя было набрать на неделю вперед. Че този хляб нямаше как да го натрупат за една седмица напред. Те, кто хотели его набрать на черный день с нашей славянской мышлением, ментальностью. Онези, които са искали да си го натрупат за напред, с славянско мислене като нас. Он портился. Хлябът се е развалял. Черни, потому что нужен был свежий хлеб. Защото им е трябвал свеж хляб. Мы не можем жить чужими откровениями. Ние не можем да живеем с чужди откровения. Мы не можем жить чужими переживаниями. Ние не можем да живеем с чужди преживявания. У нас должно быть личное. Ние трябва да си имаме лично. Откровение лично для нас. Откровение лично за нас. И поэтому у нас должен быть личный свой хлеб. И затова ние трябва да си имаме личен хлеб. Это тайная комната. Това е тайната стая. Где ты и Христос. Където ти и Христос. Где ты и Бог. Където си ти и Бог. Где Дух, Он насыщается Божией благодатью. Където Духът се насыщава от Божията благодат. Давайте мы прочтем. Нека прочитем. И просмотрим эти места Писания через призму Нового Завета. И пригледаме тези места от Писанието через призмата на Новия Завет. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Из 12 стиха. И услышал я ропот сынов Израилевых, скажи им вечером, будете есть мясо и поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером
налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто медное, мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам, что? В пищу. Вот видите, да? И давайте еще одно прочтем, несколько слов с 21 стиха. И 21 стих. «И собрали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогрело солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все на начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, и что останется, отложите и сберегите до утра». И как вы думаете, послушались они Моисея? И как вы мыслите, Далиса, послушали Моисея? «И отложили до утра, как сказал Моисей, и оно восмердело, и червей не было в нем». Видите, то есть те, кто собирали на день покоя, оно оставалось хорошим. Те, кто оставляли на какие-то другие дни, оно что? Портилось. Для чего это? Мы сейчас дальше поймем, чтобы исследовать Писание. То есть за онези, които са оставили този хляб за през деня, то есть оставал добър, обаче за онези, които са трупали и за други дни, хлябът се е развалял. И защо така, ние сега ще разберем. Итак, первое испытание и первая трудность, с которой столкнулся Израиль. И първото испытание, първата трудност, с която се изблъснал Израил. Это голод. Това е гладът. Это когда хочется кушать. Това е когато не се еде. Что хочу сказать несколько слов о сегодняшнем дне. Искам да кажа няколко думи за този ден. Не слушайте тех, кто говорит мир, мир, мир. Не слушайте онези, които ви казват свят, свят, свят. А мира нет. Света го няма. Мы живем в времена, которые мы подходим к пришествию нашего Господа. Ние живеем в времето, когато идва второто пришествие на Господ. С каждым днем экономическое мировое положение будет становиться все хуже и хуже. И с всякий един ден световната економика ще се разваля все повече и повече. И это не пессимизм. И това не е пессимизм. Это реальное понимание того, что происходит. Това е реално разбиране на онова, което се случва. Мы входим в последние времена. Не влизаме в последните времена. Времена, когда полностью его народ должен зависеть от него. Времената, когато народът му трябва напълно да зависи от него. Именно цель пустыни, чтобы его народ научился зависеть от Господа. И целта в пустинята народът му да зависи от Господ. И Иисус на горной проповеди, он продолжает то, что он говорил в пустыне. И Иисус на планинската проповедь проповедовал онова, което е проповедовал в пустыне. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Не се грижете за утрешния ден. Он не говорит о том, чтобы мы не планировали. Он не учил этому. Той не учи и не говорит, да не планираме. Он хотел, чтобы его народ перестал беспокоиться и переживать. Той искал народът му да спре, да се притеснява, да се страхува. Ключом являлось то, чтобы его народ научился доверять ему. И ключовото беше онова народът да се научи да му се доверява. И в эти последние времена мы должны учиться. И в тези последни времена ние трябва да учим. Что Бог будет заботиться о нас. Да се учим Бог да се грижи за нас. Он думает о каждом из нас. И той си мисли за всеки един от нас. Наши беспокойства и переживания часто они мешают ему, чтобы он действовал своей благодатью. И нашите беспокойства и страхове пречат да действат той да действа със своята благодат. Поэтому Иисус говорит: "Не собирайте себе сокровища на земле". И затова Иисус казва: "Не си трупайте сокровища на земята". Но собирайте себе сокровища где? Обаче си собирайте сокровища къде? На небе, где тля она не ест. На небето. Где ржавчина она что? Не действует. Когато, където мухал и ръжда не действат. Угу. Слава Богу. Слава на Бога. Я хочу еще сказать о некотором испытании, которое пришло в жизнь Израиля. Искам да кажа за още едно испытание, което и дошло при Израил. Я уже говорил о том, что пустыня это очень жаркое место. Аз вече съм ви говорил, че пустинята е много горещо място. Там нет деревьев, где можно что спрятаться под деревом. Там няма дървета, под които можем да се скрием. Это постоянный поток с неба жаркого, жаркого, жаркого солнца. Това е един постоянен, много горещ поток на слънце от небето. Но как только солнце заходит, обаче, щом слънцето залезе, в пустыне начинается холод. В пустинята започва студ.
И это очень тяжелые такие условия для выживания. И това са немного тежки условия за живеене. Но если мы увидим то, что Бог сделал тогда, обаче, ако видим това, което е направил Господ, то мы просто удивимся. Ние ще се учудим. Когда было жаркое палящее солнце. Когато имало много горещо слънце. А примерная история говорит о том, что они вышли из Египта 2,5 миллиона. Это огромное количество людей. История так казва, че 2,5 миллиона са излязли от Египет. Вот там, где народ и шел и двигался. И там, где народът се е вървял и се е движил. Над ними висело большое облако. Над тях е висяло един огромен облак. И это облако защищало их. И този облак ги е защитавал. Для того, чтобы они могли находиться в тени. За да могат те да се намерят в сянка. То есть облачный столб. То есть один облачный столб. А ночью не надо было никаких аккумуляторов, чтобы сделать подсветку. А през нощта не им е трябвал акумулатор, за да си направят светлина. Потому что ночью, когда было холодно и темно. Защото през нощта, когато е било тъмно и студено. Был огненный столб. Е имало един огнен стълб. Он выполнял какую функцию? И каква функция изпълнявал? Он освещал все то место, где они находились. Той освещал всичко, цялото място, където се намирали. И он еще выполнял функцию обогрева. И изпълнявал функцията да ги топли. И вот сегодняшнее время. И днешното време. Многие сегодня говорят. Мнозина казват. Я могу находиться и выжить вне этого облака. Аз мога да се намирам и да живея, да оцелея извън този облак. Мне недавно пришлось общаться с одной женщиной. Наскоро ми се наложи да се общувам с една жена. Я задал ей несколько вопросов. И аз си зададох няколко въпроса. И она сказала о том, что она очень любит Иисуса. И тя ми каза, че много обичала Иисус. Что ей очень хорошо с Ним. Че ей много добре с Него. Она переживает особую благодать. И тя переживала особена благодат. И я задал ей вопрос. И аз си зададох въпрос. С какого вы собрания? От какво събрание сте? Она сказала, я никуда не хожу. И тя каза, аз никъде не хоря. Я говорю, как? И аз питах, как? Она говорит, я не нашла идеальной церкви. И тя казва, аз не си намерих перфектната църква. А я говорю, а разве есть такая? И аз казах, има ли такава? Она говорит, я много собраний перешла. И тя казва, много собрания съм обиколила. И я решила сама переживать Бога. И аз реших сама да преживявам Господ. Очень красиво выглядит. Изглежда много красиво. Она вышла из-под этого облака. Тя излезе из-под този облак. И мы смотрим на нее. И ние я гледаме. И нам кажется, как ей хорошо. И ни се струва, че ей много добре. Но никто закон смерти и жизни не отменял, братья и сестры. Обаче никой не отменил закона на живота. Поэтому не обольщайтесь. Затова не се обольщавайте. Если ты сегодня решил выйти из-под этого облака. Ако днес си решил да излезеш из-под този облак. Вопрос смерти – это вопрос времени. Въпросът на смъртта е само въпрос на времето. Потому что Писание говорит. Защото Писанието казва. Я создам мою церковь. Аз съм създал моята църква. И врата ада не одолеют ее. И вратата на ада няма да я одолеят. Как бы дьявол не пытался сегодня уничтожить церковь Христа. И колкото дьявол да се опитва да унищожи църквата на Христос. Ее никто не может уничтожить. Не, никой не може да я унищожи. Одна причина. Само една причина. Что во главе своей церкви. Что во главе церкви. Защото в главата на църквата. Стоит не человек. Стои не човек. А Христос. А стои Христос. А когда он глава, а когато Христос е главата, то он и доведет свою церковь до небес. Тогава той ще доведе църквата си до небесата. Поэтому слава Богу, братья и сестры. Затова... Давайте мы откроем это место Писания. Исход 13 глава. Слава на Бога, нека отворим следното място. Исход 13 глава. 20-22 стих. 20-21 стих. И двинули сыны Израилевы из Хофа и расположили станом в Ефаме. В конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном. Мы уже сегодня рассмотрели это. Показывая им путь. А ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный ни днем, и столб огненный от лица что? Народа. Слава Богу! Слава на Бога! Слава Богу! Мы видим, насколько Бог, Он все предусмотрел в этой пустыне. Не виждаме как Бог се погрижал за всичко в тази пустыня. Еще был важный момент в этом. И имало още един много важен момент в това. Что те, кто хотели жить по своим правилам. Че онези, които искали да живеят по свои правила. И имели свое представление. И са имали някаква своя представа. Их ждала смерть. Тя ги е чакала смърть. Поэтому сегодня, как Церковь Божия, из-за того, като Божия църква, Бог преследовал, чтобы Его народ Божий, он был един. Бог е преследовал това, Божият народ да е единен. Чтоб мы держались также и друг друга. Ние да стоим един до друг.
Скажите, братья и сестры. Скажите, братья и сестры. Сегодня мы живем в век, когда экономический всплеск. Днес живем в веке, когда има един економический изблеск. Может ли сегодня онлайн-служение заменить живое общение с Богом? Дали днес може онлайн-служението да ни замени живото общуване с Бога? Будьте очень внимательны. Бъдете много внимательны. Те, кто вышли из-под этого облака. Онези, които са излезли из-под този облак. И говорят о том, что они могут жить. И казват, че могат да живеят. И у них все в порядке. И всичко е наред при тях. Слово Божие говорит. Словото Божие казва. Что там смерть. Че там е смъртта. Держитесь Господа. Държете се до Господ. Держитесь Его церкви. Държете се църквата Му. Потому что там, где Бог. Защото там, където е Бог. Он хранит свою церковь. Той пази своята църква. Не выходи из-под этого облака. Не излизай из-под облака Му. Дьявол делает все для того, чтобы отделить. И дьявол отказва, се опитва да направи всичко, за да ни отдели. Пребывай в Его доме. Пребивайки в дома Му. Храни себя в Его доме. Пази се в Неговия дом. Аллилуйя, братья и сестры. И еще одно испытание, которое также было в пустыне. И еще одно испытание, которое имало в пустыне-то. Числа 15 глава. Числа 15 глава. 32 стих. 32 стих. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собравшего дрова в день субботы. Скажите, является ли то, чтобы собирать дрова грехом? Скажите, являлось ли собиранието на дрова грех? Дальше будут разворачиваться очень интересные события. Нататък ще случва много интересни события. Является ли работа грехом, братья и сестры? Являлось ли работа-то грех? Что же здесь дальше хотел нам сказать автор Моисей? Какво не искал да каже авторът Моисей? Что он собирал дрова? Че той собирал дрова? В субботу. В субботу. Это день покоя, святыни. Твой день на покоя. Будьте очень осторожны, братья и сестры. Будьте много внимательны. Когда вам предлагают работу, когда на вас висе предлага работа, когда его дом, когда церковь собирается вместе, когда церковь-то собира заедно, этот день не отменился. Този день не се отмени. Писание говорит о том в Новом Завете, и Писание указва в Новый Завет, что для народа Божьего, че за Божий народ, остается субботство. Осталось субботство. Мы не говорим о самом дне. И не говорим за самия ден. А мы говорим о том понимании. А говорим за онова разбиране. Что его народ должен уметь отделять. Че неговия народ трябва да може да отделя. Святой так и переводится, отделенный для Бога. Субботен се превежда като отделен за Бога. Это день, когда народ его должен был отдыхать. Това е денят, когато народът му трябва да си почива. День, когда народ должен был прийти в покой Божий. Денят, когато народът му трябва да дойде в Божия покой. Восстанавливать свои силы. Да възстановява силите си. И получив это подкрепление и обновление. И получавайки тази подкрепа и обновяване. Заниматься дальше этой работой. Да се занимава нататък с работата си. И давайте мы посмотрим этот момент. И нека погледнем този момент. Поэтому будьте очень осторожны. Затова бъдете много внимателни. Мы все хотим кушать. Нас всички не се еде. Мы хотим иметь хорошие холодильники. Всички искаме да си имаме хубави холодилници. Мы хотим иметь хорошие машины. Хубави коли. Но пусть эти весы никогда не перевесят с тем, с нашей спасение нашей души. Но нека този кантар никога да не превишава спасението на нашата душа. Вы понимаете, о чем я говорю? Разбирате ли за какво говоря? Если положить то на весы, ако сложим на кантар с вечностью, с равнялкой с вечността, оно никогда не перевесит. То никога няма да... Поэтому апостол Павел говорит, умею жить и в скудости. И затова апостол Павел казва, че трябва да живе... Умею жить и в изобилии. И в бедност, и в изобилие. Мы живем в пустыне. Ние живеем в пустинята. И у нас есть просто средства. Имея пропитание и одежду, он говорит. И си имаме средства, имайки храна. И с... Будем довольны. И дрехи ние ще сме доволни. А желающие обогащаться. А онези, които желаят да се обогатят. Впадают в сеть. Те попадат в мрежи. И в искушение дьявольское. И в искушенията на дьявола. Будьте осторожны о чем, когда вы желаете и просите. Бъдете внимателни с основа, което си пожелаваете, за което просвещайте молите. Всегда любые свои желания через Слово Божие. И винаги просвещавайте свои желания через Божието Слово. А буду ли я ходить в собрание? Дали аз ще ходя в собрание? А есть ли у меня время для молитвы? А дали ще имам време за молитва? А есть ли время для чтения Писания? Дали ще имам време за чтение на Писание? А есть ли у меня время для общения с Его народом? Дали ще имам време да общ
с народом. И если вы не видите ответа не видите отговори, на этот вопрос, на тези вопросы, оставьте это. Оставите. Берегите свою душу. Пазите душата си. В эти последние времена эта пропасть между его народом и номинальными христианами будет сильно расти. В последние времена пропасть между неговия народ и номинальными христианами все еще расти, тази пропасть. 33 стих. «И привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и к Арону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще предопределено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей. Пусть побьют его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Это кажется очень жестоко. Това не се струва много жестоко. И вообще, когда мы можем, как бы не видя Новый Завет, вторгаться в Ветхий Завет. И изобщо, когато не виждаме через призмата на Новия Завет, поглеждаме Стария Завет. Нам кажется о том, что непонятны какие-то вещи, даже жестокие. На нас не се струват странни някои неща, даже жестоките. У церкви даже было однажды искушение, оно назвать Бога Ветхого Завета. Църквата даже имала искушение да нарече Бога на Стария Завет. Как Бог Демиург, ему дали такое имя. Като Бог Демиург. Бог жестокий. Жестокия Бог. А Бог Нового Завета – это Иисус Христос, Бог любви. А Бог на Новия Завет – Иисус Христос, Бог на любовь. На самом деле тот же Бог, который действовал тогда, всъщност, онзи Бог, който е действовал тогава, он действует и сегодня. Той действа и днес. И это один и тот же Бог. И това е един и същ Бог. Просто когда мы смотрим на Писание через Новый Завет, просто когато гледаме Писанието через Новия Завет, мы должны видеть, в будущем должен был прийти Мессия Христос. И трябва да виждаме, че в бъдещето ще дойде Мессия Христос. И шла война за чистоту. Е имало война за чистотата. Поэтому Иисус не мог прийти в идолопоклонническую среду. И затова Иисус не могъл да дойде в идолопоклонническа среда. И те, кто не были послушны Богу. И онези, които не били послушни на Бога. Те, кто не хотели признавать Господина его в своей жизни. И у нас, кто не искали, да го признает, как Господин во в свой живот. Их ждала смерть. Тях ги чакала смерть. Пути было примерно 2 недели из Египта в Ханаан. Имало и някъде 2 седмицы път от Египет до Ханаан. Но мы не будем считать, они шли 40 лет. Обаче ние ще сметнем, че те са вървели 40 години. Все те, кто вышли из Египта. Всички онези, които излезли от Египет. По разным причинам. По различни причини. Они просто там легли костьми. Те просто са легнали там да умират. И это такие же люди, как вы и я. И това са същите хора, като нас, с вас. Только 2 человека. Само 2 човека. Даже Моисей с Аароном. Даже Моисей и Аарон. В какие-то времена. В някои времена. Делали какие-то ошибки, которые также им Бог не дал увидеть эту землю. Соправили някои грешки. Мы должны быть очень осторожны. И не трябва да сме много внимателни. Потому что для нас это сегодня есть Слово Божие. Защото за нас днес това се явява Божието Слово. Слава Богу! Слава на Бога! И хочу задать вопрос. И искам да ви задам вопрос. Для чего Бог вот так все это как бы делает? Защо Бог прави всичко по този начин? Давайте зададим вопрос. Нека си зададем вопрос. Почему он не мог просто вывести в Болгарию, где так все хорошо? Защо той не би могъл да ги изведе в България, тук всичко е толкова добре. А пустыня? А в пустинята? Потому что Бог преследует определенную цель. Защото Бог преследва определена цел. Во-первых, Бог хочет, чтобы его народ първо той иска народът был послушен ему. Да му е послушен. А вторая важная часть, а втората важна част, был зависим от него. Беше зависима от него. И именно пустыня, она помогает нам все время быть зависимым от Него. И точно пустынята винаги не помогает, да сме зависими от Него. И давайте мы откроем Второзаконие 8 главу. Нека отворим Второзаконие 2 глава, 8 глава. 2 и 5 стих. От 2 до 5 стих. Еще определенная цель Бога для того, чтобы достичь что-то в нашем сердце. Още една определена мисъл, за да достигне нещо в сърцето ни. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, то есть это конец. То есть това е към края вече. Чтобы смирить тебя, видите? То есть оказывается в нашем сердце, что есть, братья и сестры? Значит, в нашем сердце какво има? Гордость. Има гордость. Определенная цель Бога что? И определенная цель Бога. Наше сердце сделать ему послушным.
да направи сердца-то непослушные. Помните, Иеремия в 31:31 говорит. Вспомните ли Иеремия 31:31 и казва. Что я Бог, который вывел тебя из Египта. Че я сам Бог, който те извел от Египет. Я оставался верным этому завету. Аз съм оставал верен на този завет. Но вот я создам новый завет. Но это аз съм создал нов завет. И в этом завете будет уникальное чудо. И в този завет ще има уникално чудо. То каменное сердце, которое было в нас в результате греха падения. Онова каменно сърце, което имало в нас. Он возьмет, вырвет и вымет из нас как операцию. В результат на грехопадение, то той, что измыкни от нас, что его истрыгни. И вложит в нас сердце новое. И что не вложит на одно новое сердце. Он называет это сердце каким? Плотяным. То и наричит его... Способным слышать и слушать его. Сердце способно да го чува и да го слуша. Что уже мы не будем рядом Бога ощущать. И чини, няма да си намерим любви Бога. А Он закон свой вложит внутрь нас. То есть вложит свой закон внутрь в нас. После дня Пятидесятницы. След дня на Пятидесятнице-то. Когда Дух Божий сошел на апостолов. Когато Божий Дух слиза върху апостолите. Появилось сердце способное. Се появява едно сердце, което е способно. Слушать. Да слуша. И исполнять. И да исполнява. И мы живем в эти времена. И ние живеем в тези времена. Мы живем в времена Нового Завета. И живем времена-то на Новый Завет. Когда внутри нас живет Дух Божий. Когда внутри нас живет Божий. И Он делает нас способными. И той не прави способней. Проходить все эти трудности. Да минаваме через всички тези трудности. Как Павел говорит, впрочем, не я. Как то Павел казва, не аз. Но благодать, которая во мне. Но благодать, которая в мен. Потому что когда закон был в его сердце. Защото когато имало закон. Религия была в сердце. Когато имало религия в него. Савл преследовал христиан. Когато я преследовал христиан. Он знал и исполнял все праздники. То есть знал и исполнял всички праздници. Приходил для поклонения Богу. То есть извал за поклонение при Бога. Но он был противником Бога. Паче той был противник на Бога. Потому что в нем не произвел Бог эту операцию. За что-то Бог не и произвел тази операция. По дороге в Дамаск он пережил эту встречу. По пути си в Дамаск той переживал тази встреча. И из Павла, из Савла стал то Павел. И вот Савел и станал Павел, который был способен, уже знать волю Божию и исполнять ее. Да знает Божия эта воля и да ее исполнява. Вот Бог, что делает в наших сердцах. Это какво прави Бог в наши сердца. Он говорит, кто из вас не родится свыше? И той казва, който не се роди отвище. Он не войдет в Царство Небесное. Той няма да влезе в Царство Небесное. Вы не можете заставить людей, и я. Не можете да накараме хората. Брось пить. Спри да пиешь. Брось курить. Спри да пушишь. Брось наркотики. Спри наркотиците. Оно не действует. Те не работят. Необходимо присутствие Божье. Необходимо и Божие. Его сила. Неговата сила. Которая оно начинает менять жизнь человека. Която започва да променя живота на хора. Религия, она действует как? Извне вовнутрь. Как действует религия-то? Отвън навътре. А Божья операция, она действует изнутри из сердца, на внешнее наше тело. Слава, вот что сегодня надо нам церкви. Это присутствие Духа Святого. Когда Бог будет менять жизни, когда люди в присутствии Божьем будут кричать «Боже!» «Дай мне много денег!» Что они будут кричать, как брат? Помилуй меня, грешника, помилуй Господи. Меня. В Его присутствии. В Неговото присутствие. Человек чувствует свою несостоятельность. Человек усеща своята несостоятельность. И он кричит, как Исаия, горе мне! И той вика, горе мне! Исаия, я погиб! Горкоми, аз съм загинал. Павел кричит, я бедный человек! И Павел вика, аз съм беден човек. Вот что кричит грешник в Его присутствии. Это какво крещи грешник, как он говорит, я банкрот полностью. Той казва, аз съм банкрот напълно. Я пытался сам что-то устроить. Аз съм се опитвал сам да. Но теперь я понял, Господи. Сега разбирам, Господи, что без Тебя, че без теб, я ничего, аз съм нищо, я никто, Господи. Аз съм никой, Господи. Вот что делает присутствие Божие. Это какво прави и нам надо искать Духа Святого. И ние трябва да търсим связи. Нам надо искать, чтобы Его присутствие приходило. Трябва да търсим Него присутствие, да идва. Слава Богу, братья и сестры. Слава на Бога. Чтобы смирить Тебя, чтобы испытать Тебя и узнать, что в сердце Твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Помните, когда сатана
искушал Христа в пустыне. Именно эти слова он использовал, Христос. Чем искушал его дьявол? Голодом. Но он поставил, что Слово Божие, оно выше этого состояния. Одежда твоя не ветшала, но на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит, что сына твоего. Что Бог хочет, чтобы мы просто были богатыми, чтобы у нас все было хорошо? Что Бог преследовал? Когда Он поместил свой народ в пустыню? Чтобы народ знал Его волю. Народа да знает воля тому. И был послушен ему. И да и послушен. А он той обещает хранить. Обещава да ги пази. Он обещает думать о нас. Той обещава да мисли за нас. Слава Богу, братья и сестры. Слава на Бога, братья и сестры. Доверимся ли мы ему сегодня? Дали ще му се доверим днес? Доверимся ли мы всем своим сердцем ему? Дали ще се доверим с цялото си сърце на него? Вопрос. Вопрос. Аллилуйя. И последнее место Писания на сегодня, где также апостол Павел во свете тех событий, которые переживал Израиль, он как бы подводит некий итог. Сейчас последнее место днес, где апостол Павел правит некакие изводы. 1 Коринфянам, братья и сестры. 10 глава. 10 глава. С 1 по 6 стих. 1 до 6 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, мы уже сегодня говорили, и все прошли сквозь море». Видите, очень часто мы будем здесь сейчас читать его стихи «все». Много часто ще читаем всички тему стихове. То есть огромное количество. То есть огромное количество. Но пустыня стала испытанием для многих. Пустыня-то и стала испытанием за мнозина. Кто сегодня как-то равнодушно относится к тому, о чем сегодня я говорю? Кто-то днес се отнася равнодушно к тому, което говоря днес. Есть огромный вопрос, увижу ли я Ханаан. Има огромен вопрос, дали ще видя Ханаан. В пустыне надо учиться слушать и понимать, что Бог говорит. И в пустыня-то ние трябва да се учим да разбираме. И в этом есть успех. И да слушаме какво говори Бог. И псалмопевец говорит, ты будешь как дерево посаженное при потоках вод. Слава ему, братья и сестры. Не живи страхами. Не живите со страховете си. Не смотри, какой курс доллара. Не глядите, каков курс на доллара. Он имеет тенденцию прыгать. Той има тенденция да скача. У нас тоже в сердце начинаются скачки. И так. В сердце не също има едни скокове. Лучше почитай эту книгу. По-добре почити тази книга. Как медик у вас, пастырь, да, он говорит, это очень хорошее сердцебиение сразу начинается. Здоровое, духа, аллилуйя! Как-то казал пастор, это започнет одно кубово сердцебиение. И он говорит, все крестились в Моисея, в облаке, в море, и все, видите, ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был что? Кто? Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они что? Были похотливы. Да пусть наши желания, братья и сестры, нека наши желания, братья и сестры, они совпадают, да совпадат с Его волей. С Негота воля. И я верю, что пустыня не для смерти. Я с верой, что пустыня это не за смерть. А для славы Божией. А за славу-то на Бога. Те, кто поймет Его волю, и у нези, които разберет Негова будет воля, послушен. И който му е послушен. И в эти последние времена. И в тези последние времена. Будет использован Бога. Ще има полза за Него. Слава Ему. Аллилуйя. Давайте предстанем на наши ноги и помолимся. Вся слава только Господу. Нека се помолим, цялата слава на Господа. Слава Богу. Не выходи из-под облака, Боже. Не излизайте из-под облака. Не помни, что онлайн-служение не заменяет живого общения. И помните, что онлайн-общуването не заменя. Это может живото просто дополнять. Може само да допълва. Жертва общительности. Жертвата на общителността. Прибывай в Доме Божьем. Прибивай в Божий дом. Прибывай в Его общении. Прибивай в Неговото общуване. Что бы ни было и не будет в этом мире. И каквото и да се случва в този свят. Бог никогда не оставит свою церковь. Бог никога няма да остави църквата си. Это самое дорогое, что у Него есть. Това е най-скъпото, което има. Это ты и я. Това си ти и аз. Мы достались Ему дорогой ценой. Ние сме... Той платил голяма цена за нас. Мы куплены Его кровью, братья и сестры. Ние сме куплени с Неговата кръв.
Давайте помолимся. Нека се помолим. Разберемся со своими страхами внутри. Нека разберем, кои са страховете. Разберемся со своими переживаниями внутри. Нека разберем, кои са притесненията. И отдадим их Господу. И нека ги дадем на Господ. Не повторим тех ошибок, которые делал Израиль в пустыне. Да не повторим онези грешки, които Израил допускал. А дойдем до конца. А ще стигнем до края. Достигнем воскресения мертвых. Ще стигнем воскресението на мъртвите. Придем в Ханаан. Ще дойдем в Ханаан. Придем в Царство Небесное. Ще дойдем в Царството Небесно. И услышим эти слова. И ще чуем тези думи. И тогда мы сможем уже сказать Господи все. Тогава ще можем да кажем Господи това е. Но сейчас мы на территории врага. Но сега сме на територията на врага. Бодрствуй. Нека да будем бодри. Смотри, куда смотришь. Гледайте. Смотри, о чем говоришь. Внимавайте, как вы говорите, когда глядите. Давайте помолимся, братья. Нека се помолим. Смотрим на все на Господа. Гледаме към Господа. Давайте закроем глаза наши. Нека затворим нашите очи. И пусть Дух Божий, Он особо сегодня посетит нас. И нека Божий Дух не Аллилуйя, посетил нас по особен начин днес. Слава Тебе! Тот же Дух, который сегодня здесь с нами, Он тогда был и в пустыне с Его народом. Дух, който днес с нас и бил в пустинята с Неговия народ. Потому что Писание говорит, что Дух Христов был в пророках. Защото Писанието казва, че Господния Дух е бил в пророците. Христа еще не было земного Его служения, но Его Дух уже жил в тех, кто видели Его будущую славу. Още не е имало Неговото служение, обаче Неговия Дух са виждали у нас. Мы живем после тех событий, когда это уже все произошло. Ние живеем след събитието, когато... Нам надо жить верою в Того, Который уже был. И ние трябва да живеем с вярата в Този, Който е съществувал вече. Слава Ему. Слава на Него. Молимся, Церковь. Молимся, Церковь. Молитесь, Церковь. Слава Тебе. Признавай свои немощи. Признавай свою несостоятельность. Может быть, ты много своими силами что-то пытался сделать. Много се опитваш да направиш с твоей силой. Но сила в нем. Обаче силата е в него. Слава ему. Слава на него. Слава ему. Слава на него. Слава тебе, Христос. Слава тебе. Церковь, давайте громко до небес, возвышу громко. Простираясь до небес, возвышу громко. Я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко. Я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко. Буду вечно славить Тебя, мой Бог. Я петь буду вечно. Я петь буду вечно. Я петь буду вечно. Я петь буду вечно. Буду вечно петь. Мы славим Тебя, Господь. Если сегодня вас коснулось Слово Божие, и вы решили продолжить свою жизнь, следуя за Иисусом Христом, вы сделали важнейший выбор. Иисус сказал, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. Но это только начало, друзья. Вы нуждаетесь в ежедневном питании Божьим Словом и в общении с Создателем посредством молитвы. Также мы все нуждаемся в живой церкви, где мы можем расти духовно в учении нашего Господа Иисуса Христа. Если вы из Варны, то мы будем рады видеть вас членами нашей интернациональной церкви для русскоговорящих. Мы так же, как и вы, были далеки от Иисуса в поисках истины, пока встреча с Христом не изменила наши жизни. Помните, что Бог вас очень сильно любит и хочет сделать вас частью своей Божьей семьи. Ждем вас каждое воскресенье с 14:00 по адресу Варна, бульвар Сливница, 48.
А если у вас есть необходимость в срочной молитве или совете, не сомневайтесь, позвоните нам по телефону, который указан на экране. Бог да будет с вами, дорогие приятели!